В республике продолжается работа по борьбе с саранчевыми вредителями. Обработанная площадь в Калмыкии составляет 12 тысяч гектаров. Министерством сельского хозяйства республики совместно с сотрудниками районных муниципальных образований на постоянной основе осуществляется мониторинг и обследование земель сельскохозяйственного назначения. Обследовано свыше 1 миллиона гектаров. На сегодняшний день активно проводятся обработки в Целинном, Кебрульском, Лаганском и Яшкульском районах. Задействовано 60 единиц наземной техники и 6 единиц авиа. Отмечу, что в Минсельхозе продолжает работать горячая линия по вопросам борьбы с саранчевыми вредителями. Сообщить об очаге саранчевых, а также получить консультацию можно по телефону, номер которого указан на ваших экранах.